1704 году высаживались здесь. К слову, шведы здесь располагались только в период навигации, то есть весной, летом и в начале осени. А когда Финский залив замерзал, они отправлялись в свои незамерзающие порты. Петр этим воспользовался, высадился на острове Котлин и обследовал фарватер вокруг этого острова. Он выяснил, что фарватер очень неудобный для прохода кораблей, но на одном участке на южном побережье корабли все-таки могут проникнуть в город. И там он возводит искусственный остров Фортинаншлосс, к которому мы сейчас подойдем ближе, и я вам расскажу его историю. По пути к городу Браншлот обратите внимание на интересный экспонат клуба Татьяны Лавады, который находится у нас в Кронштадте. Позже она станет экспонатом Фольксвагена. Смотри.